победой. Спасибо. Матбуат анжубарыны давам еттирамыз. Хузурингизде Бунёткор джамаасы устазы Сергей Иванович Лущан. Вкратце о сегодняшнем матче. Начнем с того, что нам в последний момент пришлось немножко перекраивать состав, немножко план на игру поменять в связи с травмой Сату на разминке. Немножко сумбур получился в первом тайме. Ну, те моменты, которые создавали, два не забили. Слава Богу, что реализовали остальные два момента. Так, в принципе, контролировали игру, хотя момент там спорный такой в штрафной площади нашей был. Не надо будем смотреть сейчас. Немножко наши центральные защитники прозевали рывок. Поэтому, то есть, вот эти все ошибки надо будет исправлять. Посмотрим. В принципе, сказать, что такой-то качественный футбол получился, нет. Но моменты были, слава Богу, что выиграли и не пропустили. Я доволен. Ну, травма наша, это травма, это же не порез пальца. Скорее всего, насколько завтра я думаю, что серьезная травма, потому что надрыв икроножной мышцы – это надолго. Посмотреть просто завтра, повезут его в клинику, посмотрят, насколько. Надеюсь, конечно, что как можно быстрее он выздоровел. Но сейчас, в ближайшее время, на него рассчитывать не будем. Будем перестраивать немножко состав, игру и так далее. Жавлон Мирабдулаев числа 10 июля должен вылететь в Германию на последнее обследование. У него положительная динамика выздоровления идет. Что скажут в клинике в Германии кардиологи? Здесь проверяется каждый месяц, и вроде говоря, все нормально. Ну, по крайней мере, нужно окончательно все это привести в надлежащий вид. Если все нормально, значит, он числа 10-го вместе с нами выйдет на сбор и начнет работать. Судя по тому, как коллеги умиротворенно сидят, по игре вопросов нет. Спасибо. Спасибо еще раз победой. До свидания.